Здравствуйте. Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково», программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496-567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А у меня сегодня в гостях заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Щелковская» Сергей Марин. Добрый вечер, Сергей Викторович. Здравствуйте. Безусловно, что охрана правопорядка, раскрытие преступлений, профилактика правонарушений волнует, наверное, каждого жителя нашего района. Мы, конечно, постараемся за время нашей программы поговорить, ну, если не обо всех, то о главных аспектах работы полиции у нас. Сразу скажу зрителям даже, что не только Щелковский район, да, обслуживаете вы, но еще и городской округ Фрязино и Лосино-Петровский. Ну, все равно это наши ближайшие соседи. Даже иногда ближе находятся они к Щелково, чем некоторые населенные пункты района. Но вы еще, насколько я знаю, помимо того, что являетесь замначальника всего управления Щелковского, и являетесь еще и начальником следственного управления. Поэтому давайте тогда начнем вот именно с того, чем вам приходится заниматься, вашему управлению каждый день. Ну, естественно, в основном это, я так понимаю, связано с раскрытием преступлений. Ну и начнем, наверное, со статистики. Вот сколько преступлений, правонарушений зафиксировано в нашем районе в этом году? Ну и если можно там в сравнении с прошлым, динамика какая-то есть? Да, в этом году на территории Щелковского района зарегистрировано 2581 преступление. Это значительно сократились преступления в районе. В прошлом году их было 3209, то есть существенное произошло снижение. За тот же период, да? Да, за тот же период произошло существенное снижение благодаря, наверное, профилактике преступлений сотрудниками. Вот. Снижение произошло на 872 преступления на территории района. Но это вот вы говорите о том, что по тем фактам, так скажем, да, по которым возбуждены уголовные дела. Нет, да, вот это конкретно совершенные преступления, там и не только по которым возбуждены уголовные дела, а именно вот обратились граждане с заявлением о совершении преступления. Ну или граждане, или юридические лица, так скажем. Да, да, ну, да. В общем, по факту обращений. Ну а какие чаще всего у нас преступления совершаются? Ну, чаще всего преступления совершаются такие, как кража. Кражи совершаются, начиная от обычных, скажем так, легких преступлений, это хищение из супермаркетов, и до серьезных преступлений, такие как разбойные нападения, хищение автотранспорта и хищение имущества из квартир граждан. Ну, а вот если говорить о раскрываемости, какие преступления раскрываются чаще всего, ну, другое дело, и другими словами, легче их раскрыть, а какие труднее? Ну, преступления, они все требуют определенного профессионального подхода к их раскрытию. Ну, естественно, легче раскрывать преступления небольшой и средней тяжести. По тяжким преступлениям необходимо проводить определенную работу, серьезную работу. И спецсредства к этому необходимо привлекать. Поэтому легче, конечно, раскрыть обычные легкие кражи, такие как кражи из супермаркета. То есть вот такие. А преступления уже как разбой, хищение автотранспорта, здесь уже приходится, как говорится, попотеть, поработать. И довольно долгий срок проходит, да? Не всегда. Бывает, удается и раскрыть по горячим следам, и пресечь преступление на месте в момент его совершения. А бывает, занимает длительное время, но стараемся, пытаемся раскрыть их. Ну, вот если можно, конкретный пример, да, в сводке происшествий по нашему району за последние, ну, скажем так, несколько месяцев. Сводка эта попала и на сайт ГУВД Московской области. Ну, вот как пример хищение, ну или кража из сетевого магазина на улице Гагарин. Это микрорайон Чкаловский. Там фигурирует сумма похищенного, да, вынесенного, где-то сумма 1800 рублей. Но задержали, соответственно, преступника не в момент, как говорится, вынца, да, не с поличным, а спустя какое-то время. Вот как это удается сделать, если это, конечно, не профессиональная тайна? Ну, нет, это не профессиональная тайна. Как правило, данные преступления совершаются лицами, которые состоят на профучете в органах внутренних дел, и сотрудникам полиции они хорошо знакомы.
Сетевые магазины, они оборудованы камерами видеонаблюдения. При поступлении сообщения о данном преступлении участковый уполномоченный, либо оперативный работник выезжает на место, просматривает видеокамеры, соответственно, устанавливается это лицо, которое хорошо ему знакомо. Соответственно, приходит к нему, да? Приходит к этому лицу, да. И ну, а какова вероятность держит. Того, что товар еще все на месте? В зависимости от товара, который похищен. Если это продукты, они сразу съедаются, да, скажем так, съедаются. Если это какие-то бытовые приборы, то их можно обнаружить в жилище злоумышленника. Как правило, так это и происходит. Либо отрабатываются места возможного сбыта этого похищенного имущества. И также оно устанавливается и возвращается собственнику. Ну, а вот вы сказали, что в основном такие подобного рода кражи совершают лица, которые уже раньше совершали преступления, да, соответственно, известны сотрудникам полиции. Но, а все же, если лицо, вот, скажем, первый раз совершило, какова вероятность, что его поймают? Если лицо первый раз совершило, рассылаются ориентировки, делаются скриншоты, участковые уполномоченные проводят обход по дворовых территорий, предъявляют эти скриншоты с фотографиями, и возможность раскрыть это преступление увеличивается в разы. Ну, а каков контингент преступников именно вот по кражам? Кто этим занимается? Это лица, ведущие, скажем так, аморальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Иногда лица, состоящие на учете в наркологических диспансерах. И ранее судимые, то есть неработающие граждане. Но есть и более сложный вид краж. Это, я имею в виду, квартирные кражи, да, кражи с дачных участков. Все-таки у нас в районе очень много садовых товариществ, кооперативов и так далее. Особенно в зимнее время не все они охраняются. Вот как обстоят дела у нас с раскрытием, соответственно, квартирных и дачных краж? Ну, вот из последнего следственным управлением было окончено уголовное дело, направлено оно в суд, сейчас находится в суде в Щелковском. Там было порядка 28 преступлений, это хищение из квартир граждан. Работала группа, муж со своей супругой. Они ездили по всей Московской области, не только в Щелковском районе. Совершали хищение из квартир граждан путем взлома замка, проникали в квартиры и похищали, ну, практически все. От денег, если не находили денег, даже уносили электрические чайники. И где не было поживиться, то есть доходило и до этого. Вот в настоящий момент они у нас все под стражей, часть имущества найдена, возвращено владельцам. Также у нас сейчас в производстве находится уголовное дело в отношении 4 граждан Республики Молдова, которые также по дачным участкам нашего района ездили и совершали хищение из домов граждан. Сейчас это преступление раскрыто, все эпизоды их преступной деятельности сотрудниками установлены. И в ближайшее время мы направим уголовное дело в суд, и люди понесут наказание. Ну, а какую роль в раскрытии, может быть, даже профилактике преступлений играют оперативно-профилактические операции, ну, или рейды, как мы их называем, их много у нас, да, и мигрант, и антикриминал, и, назовите еще многие другие. И мигрант, антикриминал, и быт, то есть, действительно, да, их много, таких операций. Они проводятся достаточно часто, на мой взгляд, проводятся 2-3 раза в месяц, и они способствуют, очень серьезно способствуют раскрытию преступлений, таких как выявление незаконной миграции, организация незаконной миграции. То есть таких преступлений в этом году выявлено на порядок больше, чем в прошлом. Это 198 преступлений выявлено в этом году, а в прошлом всего лишь было 65. То есть работа в этом направлении проводится, и существенно она улучшена. Также данные мероприятия, операции, помогают установить лиц, находящихся в розыске, скрывающихся от органов следствия, суда. Ну, в основном это незаконная миграция, да, выявляется. Ну вот в подтверждение вашим словам я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет на эту тему, о том, как в нашем районе проходила как раз операция под названием «Нелегальный мигрант». Давайте посмотрим.
Быстрый либо депортированный – стандартные правила, по которым играют нелегальные иммигранты. Во время проверок, организованных сотрудниками полиции, на строительных объектах буквально поднимается паника. Работяг не интересует, что понадобилось стражам закона. Они сразу бросаются на утек. И сдаются далеко не все. Так, например, в рамках очередного мероприятия, проведенного в рамках операции «Нелегальный мигрант», сотрудниками межмуниципального управления МВД России Щелковская удалось задержать 13 гастарбайтеров. Был проверен один из объектов на территории Щелковского района, это деревня Гребнево, строительный объект, где в настоящее время были выявлены граждане иностранных государств. В настоящее время с ними проводится проверка. Целью данной задачи является выявление причинения административных правонарушений, а также иностранных граждан, которые незаконно проживают на территории Российской Федерации, либо занимаются трудовой деятельностью. Операция «Нелегальный мигрант» проводится у МВД России в этом году уже второй раз. Начиная с 22 августа и по 30 сентября сотрудниками правоохранительных органов было проверено 146 объектов. В территориальные отделы полиции доставлено 237 иностранных граждан и лиц без гражданства. После задержания всем мигрантам предстояло пройти процедуру дактилоскопии для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. По результатам операции выявлено 28 нарушителей, которые привлечены к административной ответственности. В дальнейшем этих граждан ждет строгая мера – выдворение за пределы Российской Федерации с последующим ограничением на въезд до 5 лет. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковской Сергей Марин. Звоните, задавайте свои вопросы ему 567-1440, 567-1450. Ну, а у меня вопрос такой, вот перед сюжетом вы упомянули еще такую неизвестную, по крайней мере, мне раньше – оперативно-профилактическая операция под названием «БЫТ». Вот что она из себя представляет? Данное оперативно-профилактическое мероприятие в первую очередь направлено на проверку лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. Это такие лица, как дебоширы, кто подвержен административному наказанию, условия их жизни, опрос соседей, как они себя ведут, не нарушают ли они установленные на них законом ограничения. Но это не связано как-то с бытовыми преступлениями, как мы говорим? И с бытовыми в том числе, да, преступлениями это связано непосредственно. Ну вот еще одна такая достаточно больная тема, так скажем, да, это борьба с наркобизнесом. Опять же, по сводкам, которые присутствуют и в Главном управлении МВД Московской области, Щелковский район достаточно там представлен активно, я имею в виду, что часто попадаются у нас торговцы наркотиками. Вот не могли бы подробнее рассказать, как у нас ведется борьба с этим видом преступлений? Да, действительно, много участились преступления, совершенные с незаконным оборотом наркотиков. По ним проводится работа. Вот недавно сотрудниками уголовного розыска была задержана гражданка, у которой при личном досмотре была обнаружена достаточно крупная партия наркотиков, 103 грамма героина. Это существенно. Она задержана, помещена в следственный изолятор. Сейчас проводится следствие. И в городе Фрязино по оперативной информации сотрудники вывели, был обнаружен так называемая лаборатория по производству наркотических средств. Ну, а вот как удается, я не знаю, может, опять это профессиональная тайна, да? При досмотре машины нашли партию наркотиков, да, тем более, если это небольшая, так скажем, партия, я имею в виду, хотя она считается крупной, конечно, там 2, 3, 4 грамма того же героина, наверное, все-таки хорошо прячут. А вот как удается сотрудникам полиции понять, что именно эту машину нужно остановить и, соответственно, что можно там что-то найти? Здесь либо оперативная информация, как правило, зачастую это дело случая. Сотрудники ГИБДД, дежурившие на посту, останавливают автомобиль для проверки документов. Гражданин, он чувствует уже преступление, начинает нервничать. Профессиональное чутье срабатывает. И, соответственно, сотрудники понимают, что данному гражданину стоит уделить ему больше внимания, повнимательнее его досмотреть и побеседовать. И вот выявляются такие виды преступления. Ну, а какую работу ведет наша полиция, я имею в виду полиции нашего района, да, по профилактике наркомании, ну, по крайней мере, среди несовершеннолетних? Да, конечно, и проводятся и в школах, в учебных заведениях беседы профилактические, так и сотрудниками ПДН, и участковыми уполномоченными.
рассказ там о вреде наркотиков с наглядными пособиями. Здесь, да, работа идет. Но если можно вот более подробно о тяжких преступлениях. Вообще, какие преступления относятся к тяжким? Наверное, у нас, конечно, не такая страшная обстановка, как в других местах. Я имею в виду по убийствам, изнасилованиям и так далее, разбойным нападениям. По тяжким преступлениям, да, вот разбойные нападения, грабежи совершаются из тяжких преступлений. Вот, сотрудниками было раскрыто преступление. Это нападение на салоны сотовой связи. Здесь у нас в районе, значит, молодой человек, прикрыв медицинской маской лицо, совершал нападение на салоны сотовой связи, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирал у продавцов денежные средства, наличные, находящиеся в кассе, и скрывался. Ну, проведенными мероприятиями данный гражданин был установлен и задержан в момент подготовки совершения еще одного преступления. Сейчас задержан он, находится под стражей, и наказание ему грозит существенное — до 10 лет лишения свободы. Во Фрязино случай был. Мужчина, немного отдохнувший, выпив немного спиртного, шел домой. За ним увязался ранее судимый гражданин, проводил его в подъезд, где причинил ему телесные повреждения, сорвал с шеи цепочку и забрал денежные средства. Благодаря вот камерам наблюдения, опять же таки, данный гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело и находится под стражей сейчас. Ну, а, соответственно, в полицию обратился, да, вот потерпевший сразу же? Да, конечно, потерпевший после совершения нападения позвонил в дверь людям и, соответственно, вызвали сотрудников полиции, прибыли на место происшествия. Еще, наверное, такое тоже распространенное преступление, это, конечно, угоны или... Ну, правильно, наверное, говорить, хищение, да, кражи транспортных средств, автомобилей. Как у нас в районе с этим дела обстоят? Кражи автомашин у нас в районе сейчас снизились. Снизились, ну, незначительно, конечно, хотелось бы увеличить данный процент. Достаточно латентная преступность по хищению автотранспорта. Но мы имеем раскрытые преступления в данном направлении. У нас задержана группа, которая промышляла хищением транспортных средств «Форд». Прямо на этой марке специализировались? Да, специализировались, да? Конкретно, да, на марках «Форд». Вот, проведенными мероприятиями установили группу эту, задержали. Также был задержан у нас гражданин России, он уроженец Северного Кавказа. Похитил автомобиль у гражданина, Land Rover Discovery, стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Также задержали его, и сейчас он ждет приговора суда. Ну, давайте посмотрим еще один видеосюжет, опять же, посвященный угонам автомобилей, о том, как можно не стать, наверное, жертвой автоугона. Давайте посмотрим. Согласно полицейской статистике, на территории Щелковского района за минувший год зафиксировано 131 преступление, связанное с кражей и угоном автомобилей. Только 35 машин удалось обнаружить и вернуть владельцам. Все эти преступления объединяет одно – угнанные и необнаруженные машины 90% случаев не были защищены никакими дополнительными средствами. Большинство угонов и краж совершается опытными преступниками. Они заранее знают, как это сделать быстро и без лишних усилий. Иногда умельцы смотрят, как хозяин паркует машину и как она защищена. Дальше дело техники. В ход идут и отмычки, и линейка. В некоторых случаях машина оборудована системой защиты, которая отключается от специального брелка. Здесь взламывать ничего не надо. С помощью планшета или другого электронного устройства можно перехватить и записать сигнал с ключа хозяина автомобиля. Всего на угон уходит пара минут. Хочу выделить одну тенденцию, которая характерна именно для этого вида преступлений. Угонщики очень редко угоняют транспортные средства, которые оборудованы хотя бы одной дополнительной системой безопасности, за исключением штатной сигнализации. Более крупную дорогостоящую добычу преступники обычно выслеживают возле супермаркетов. Но в нашем районе, как и во всей Московской области, умельцы предпочитают другой способ. Угоняют автомобили с парковок возле железнодорожных станций или с неохраняемых придомовых территорий. Самые распространенные модели среднего класса и привлекают внимание злоумышленников. Ford Focus, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Жигули. Воруют также мотоциклы, квадроциклы и даже трактора.
Будьте бдительны, оставляя свой автомобиль. Но если уж такое несчастье произошло или вы стали свидетелем угона, первым делом обращайтесь в полицию. Здесь главное действовать быстро. Украденную машину обнаружить непросто, но бывают исключения. Ну вот такой сюжет. Я должен признаться, конечно, нашим зрителям, что это не настоящее задержание, это, скажем, тренировка сотрудников ДПС по поиску угнанного автомобиля. Преступники тоже были не настоящие, тоже были сотрудники полиции. Но, тем не менее, все было сделано профессионально, так, как должно быть при настоящем угоне. Ну вот вопрос такой, Сергей, все-таки не прозвучал у нас ответ, такой достаточно подробный. Да? Как обезопасить свою машину от угона? Возможно ли вообще это сделать, если, как мы услышали, преступники суперпрофессионалы? И владеют такими техническими средствами, которые, в общем-то, не купишь нигде. Ну, в первую очередь, я хотел бы посоветовать оборудовать свои автомобили дополнительными средствами защиты. Это такие, как спутниковая сигнализация. Ну и все-таки не бросать ее на ночь, на длительное время, в темных местах, где мало людей. Стараться парковать автомобили, я понимаю, не у всех, может быть, есть такая возможность, но парковать где-то на платных парковках, где есть охрана. Вот это, наверное, первоочередное, что надо сделать. Но вообще панацеи нет, да, от угона? Как правило, да, панацеи нет. То есть преступники достаточно изощренные, у них и средства есть для совершения данных преступлений. Ну, порекомендовать могу только это, а дальше уже... Если выбор случилась беда, да, то уже наша работа. Но вот если говорить об угонах, о тех марках, которые больше всего угоняют, вот в сюжете прозвучало, что вроде как машины среднего класса, да, Ford Focus, Hyundai Solaris, ну даже не среднего, я так сказал, около среднего класса. Но тем не менее, опять же, посмотрел я сводку по статистике, по крайней мере, за второй квартал этого года по угонам машин в нашем районе. Это все-таки 80, если не 90% фигурируют это дорогие марки. Это и Lexus, и Toyota, и Land Cruiser, и всевозможные, и Mitsubishi Pajero, я имею в виду джипы. Действительно так, да, все-таки? Да, такие хищения у нас были, данных машин. Как правило, это работают организованные преступные группы, которые специализируются на этих дорогих машинах. Вот есть сейчас ряд наработок у нас по раскрытию данных преступлений. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки раскроем данные преступления. Вот. Задержанные имеются, да, был угнан у нас Land Cruiser 200. Преступники пытались покинуть наш район через сельские дороги, застряли в бездорожье нашем российском. И сотрудники полиции обратили на них внимание, задержали. Но это уже больше, так скажем, дело случая. Ну а вообще технологии поимки преступников на машинах, как она отработана? При помощи тоже камер, наверное, видеонаблюдения? Да, существенно помогают нам системы видеонаблюдения «Поток», установленные. Существенно, да, оказывают влияние. Ну и, конечно, специальные технические мероприятия по данным преступлениям проводятся, которые также ложатся в основу раскрытия данного преступления. Ну, какова вероятность того, что машина будет найдена? Я так полагаю, невысокая? Вероятность небольшая, но все в зависимости, это частный случай. То есть каждое хищение транспортного средства, к ним нужно, для раскрытия данного преступления нужен индивидуальный подход. То есть и способы хищения, и, соответственно, преступники, кто занимался этим хищением. То есть исходить всегда надо из этого. Ну, вот если можно, такой личный вопрос. Просто мне самому интересно. Вот, зачем в наше время угонять машину? В принципе, купить сейчас может каждый, да? Или в кредит, или скопить денег. Потому что, ну, кто купит такую машину, да? Ну, наверное, тоже такой же преступник, да? Человек понимает, что он покупает краденую машину. Или все-таки нет? Не всегда. И законопослушный гражданин может оказаться жертвой, на мой взгляд, таких людей. Похищают машину, загоняют ее куда-то в сервис путем перебивки номеров. Перебивают номера и продают простым обывателям. И человек, ничего не подозревающий о том, что он покупает автомашину уже угнанную, становится не совсем счастливым ее обладателем. И при постановке на учет в органах ГИБДД выявляется факт, что машина находится в розыске, что она была ранее угнана. Вот. И, соответственно,
преступление еще одно налицо. Ну да, и новый владелец, естественно, машины этой лишается. Безусловно, да, у него изымается это транспортное средство, проводится экспертиза, устанавливается первоначальный ВИН-номер данного транспортного средства, и она возвращается первому владельцу. Спасибо, Сергей Викторович. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях сегодня у программы «Диалог» заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковской Сергей Марин. Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 496, это код города, 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, а мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковской Сергей Марин. Еще раз добрый вечер, Сергей Викторович. Вот мы перед перерывом говорили, да, о транспортных средствах, о том, как их угоняют, я имею в виду машины. Хотя в сюжете нам сказали, что не только машины угоняют, но и мотоциклы, квадроциклы и даже трактора. Кстати, были такие случаи, да, у нас по угону трактора? Да, были, да. Нашли или все-таки с концами? Нашли, трактор нашли. Ну, хорошо, хоть не каток. Хотя я слышал, что в Москве даже катки угоняют. У нас такого еще не было. Ну, в общем, давайте мы не будем уже больше говорить о преступлениях, так скажем, да, поговорим о правонарушениях, но тоже связанных с автомобилями. Я имею в виду, конечно, нарушение правил дорожного движения, которое очень часто приводит и к дорожно-транспортным происшествиям. Какова у нас в районе ситуация с ДТП, с автоавариями? Ну вот, на чем хотелось бы мне остановить свое внимание, это на дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, несовершеннолетних. В нашем районе оно существенно сократилось в этом году. Если в прошлом году их было зафиксировано 22, то в этом году, за прошедший период, всего лишь 8. Ну, всего лишь это все-таки это дети. Вот, сотрудниками ГАИ и мероприятия проводятся, направлены на снижение, скажем так, дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Вот, и результат вот их работы налицо, как бы добились существенного снижения. Ну, а общая статистика, потому что я помню, даже докладывали руководители нашей госавтоинспекции, ГИБДД, и Щелковское районное управление, и 4-я рота докладывали в администрации не так давно, что у нас существенное снижение по сравнению с прошлым годом общей аварийности. Да, и общая аварийность снизилась у нас в районе. Я, к сожалению, цифры сейчас не могу озвучить вам. Но она существенно снизилась. Действительно так. Ну, а какие наиболее частые виды автоаварий у нас случаются? Ну, в первую очередь, наверное, это связано с культурой вождения граждан. В основном это аварии мелкие. Где-то кто-то кого-то не пропустил на дороге, где-то зазевался, проехал на красный сигнал, запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, разметки. Соответственно, и приводит к мелким ДТП. Бывают случаи, когда и водители позволяют себе сесть за руль не совсем трезвыми, совершают дорожно-транспортные происшествия, и пострадавшие граждане от их рук имеются. Здесь уже возбуждается уголовное дело, и оно расследуется, и, соответственно, гражданин несет наказание, вплоть даже до лишения свободы. Ну, а как часто вот случаются автоаварии по вине дорожников, я имею в виду, из-за плохого состояния проезжей части? Конкретной статистикой я не обладаю, но случались, да, такие случаи, что часто водители, ну, на примере вот расследования уголовного дела, водитель на стадии расследования уголовного дела ссылался на плохое состояние дороги. Ну, я считаю, что водитель, ну, дороги — это беда России, что там говорить. И я считаю, что водитель должен, когда он едет по дороге, осознавать, какая она дорога, выбирать скоростной режим и, соответственно, быть более внимательным и к пешеходам, и, соответственно, вести автомобиль, как подобает, и позволяет ему условия. Ну, если все-таки вот такая авария произошла, я понимаю, что когда столкнулись две машины, тут все ясно, что делать, вызывать ГИБДД или не вызывать, если мелкий ущерб, да, только в страховую компанию обращаться. Но если ты вот сам ехал, ну, не знаю, провалился в люк открытый, это уж, конечно, редко бывает, но ведь можно и также подвеску серьезно повредить или что-нибудь оторвать, допустим, из-за торчащего бордюра и так далее. Вот что делать в таких случаях? К
Куда обращаться? Сразу, на месте или потом можно? Я думаю, что надо зафиксировать это все на месте, что действительно какое-то препятствие было на дороге. Зафиксировать все это можно привлечь других участников движения, обратиться в ГИБДД и, соответственно, потом, наверное, в суд к дорожникам. Вот вы упомянули о том, что многие ДТП происходят из-за низкой культуры вождения. Ну, хотелось бы сказать, что еще, может быть, не только вождение, но и хождение. Пешеходы тоже ведь бывают у нас участниками автоаварии. Как часто это происходит и кто бывает чаще виноват, все-таки пешеход или водитель? Ну, наверное, в своей массе водитель больше, потому что их больше просто, скажем так, на дороге оказывается. Пешеходы, да, тоже позволяют себе переходить места в неположенном, скажем так, переходить улицу в неположенном месте. Зачастую не смотрят, торопятся, бегут, как говорится, и уже водитель просто не успевает их увидеть, и происходит столкновение. Ну, особенно это вот в темное время. Сам езжу за рулем сейчас, уж тем более и утром, и вечером темно. Вроде пешеходная разметка есть, даже зебра, а пешехода на ней не видно. Все равно буду виноват, да, если наеду? Или все-таки можно будет как-то оправдаться? Скажу, не видно было, особенно, знаете, когда две полосы всего, встречный поток машин, вроде как переход есть, машины стоят на переходе, и тут он выныривает у тебя прямо перед капотом. Ну, если гражданин едет в пределах разрешенного скоростного режима, он всегда сможет остановиться. То есть на машине есть тормоза, увидеть пешехода, нажать на тормоз и, соответственно, избежать этого несчастья. Ну вот сейчас очень много говорят о том, чтобы... Ну, заставить, конечно, нельзя, но настоятельно рекомендуют всем пешеходам, по крайней мере, в темное время суток, естественно, да, надевать на одежду световозвращающие элементы, да, так же, как те же катафоты на машинах. Вот что вы можете сказать об этом нововведении? Да, это, я считаю, на мой взгляд, это правильно, это должно быть. Человек должен себя стараться обезопасить сам. Если это плохой освещенный участок дороги, то, естественно, это спасет ему жизнь, судьбу, его родственникам. Поэтому я считаю, что это правильно, это должно быть. И люди в первую очередь должны о себе тоже как-то позаботиться, подумать. У нас есть первый звонок на сегодня. Сергей Ильич, давайте послушаем, что хотят спросить наши зрители. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Меня Лариса живут, я в городе Щелково проживаю. У меня вот такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, более 10 лет назад у меня украли автомобиль, вот транспортное средство. Ну, соответственно, я обратилась в полицию, написала заявление. Вот, несколько раз меня вызывали, там, для опроса, еще для чего-то. А вот, и спустя какое-то время я обнаружила у себя в почтовом ящике повестку в суд. Ну, якобы я не плачу транспортный налог. Вот. А как я могу платить налог на транспортный средств, когда машина моя была похищена? Советуйте, пожалуйста, что мне делать? Лариса? Лариса, да. Спасибо за вопрос, Сергей Викторович. Вот такая нетривиальная ситуация. Добрый день. Лариса, я вам посоветую, что сделать. Вам необходимо подойти к нам в управление. Можете подойти ко мне лично завтра в 3 часа. У меня начинается прием. Подойдите ко мне. Мы предоставим вам справку в налоговый орган о том, что у вас была угнана автомобиль. Я не ошибаюсь, машину не нашли. Не нашли, да. И больше 10 лет я тоже. И больше 10 лет. Подойдете ко мне завтра, я вам выдам справку о том, что у вас была похищена машина. Соответственно, вы предоставите ее в налоговый орган, и с вас это бремя налоговое снимут. Спасибо, Сергей Викторович. Ну, давайте тогда мы уже автомобильную тему закончим. Вот раз у нас такие активные зрители, наконец-то, позвонили в эфир. Некая обратная связь произошла, да, у нас со зрителями. Ну, давайте поговорим вообще об обратной связи с жителями нашего района, сотрудников полиции. И, конечно, тут прежде всего, наверное, касается, это, естественно, работы участковых. У нас, насколько я знаю, больше 70, по-моему, участков в целом по району. Соответственно, и столько же участковых уполномоченных, или хотя их, может быть, даже где-то и не хватает. Вот хотел спросить... Какова вообще роль участковых в раскрытии профилактики преступлений?
Может быть, на каком-то примере. Ну, участковый уполномоченный – это достаточно как бы серьезная служба, которая занимается и профилактикой, и раскрытием преступлений. Они, как я всегда считал и считаю, они напрямую работают с гражданами. То есть участковый – это… Ну да, они ближе всего к народу, так скажем. Некий Анискин. Участковые, да, они общаются, профилактируют преступления путем обхода дворовых территорий, беседами с гражданами. С ребятишками также во дворе я зачастую видел, участковые беседуют, рассказывают им что-то, они у него спрашивают. Также участвуют в профилактических мероприятиях службы участковых уполномоченных. У них очень большой объем, скажем, работы. Каждое направление оно требует отдельного, наверное, остановиться на нем. Ну, насколько я знаю, они должны регулярно, там, по-моему, ежеквартально, да, отчитываться перед жителями о своей работе, что сделано. Сейчас предлагаю посмотреть еще один небольшой видеосюжет на эту тему, а потом вернемся к разговору именно о работе участковых. Давайте посмотрим сюжет. Участковый инспектор полиции. Из всей системы власти он ближе всех к людям. Если что-то случается, обращаются к нему. Ежеквартально участковые отчитываются перед населением о своей работе. Спектр их обязанностей достаточно велик, но в первую очередь им приходится заниматься правонарушениями имущественного характера, среди которых самыми частыми являются кражи детских колясок, велосипедов, самокатов. Участковым приходится заниматься и случаями мошенничества, нередко совершаемыми, что особенно болезненно, в отношении несовершеннолетних и людей пожилого возраста. Участковые нередко занимаются и тем, что, казалось бы, не совсем входит в их сферу деятельности. Вот и на отчетах им приходилось отвечать на достаточно неожиданные вопросы. К примеру, почему код домофона известен всем? Если людям что-то не нравится или какие-то у них вопросы, даже если, может быть, не по линии МВД, они обращаются, мы помогаем и решаем эти вопросы. Помощь граждан требуется всегда, потому что без граждан нам сложно одним раскрыть преступление. Они постоянно находятся дома, постоянно находятся на улице, видят, что происходит вокруг, то, что мы не можем увидеть. И сообщают об этом, мы уже принимаем меры. Ну как, Сергей Ильич, хватает у нас участковых в районе? Я так посмотрел, вроде там вакансии даже открыты. Участковых, конечно, желающих работать в службе участковых уполномоченных, их немного, потому что это сложная работа. Но справляются, работают участковые. Вакансии есть, но заполнится. Просто, я говорю, вот специфика, поскольку у нас достаточно много, район большой, район, так скажем, вытянутый в длину. Одно дело работать в городе, у тебя все под боком, весь свой участок можно пешком обойти. Другое дело, это где-то какие-то сельские, ну и даже городские поселения, тоже Фряново, куда входит очень много деревень и сел. Насколько обеспечены транспортом те же вот сотрудники службы участковых уполномоченных? Ну, участковые уполномоченные обеспечены транспортными средствами, у них они имеются, потому что, да, как вы правильно заметили, что здесь, конечно, не Москва, здесь очень обширная территория, пока все объедешь, из одного конца в другой уходит очень много времени. Вот автомобили у них имеются, все средства для работы им предоставлены. Ну а как вообще вот строится работа того же участкового? Мы сейчас вот из сюжета узнали, да, что приходится заниматься даже какими-то бытовыми вопросами, не связанными с их компетенцией. Как часто, допустим, он должен появляться на своем участке? Как часто общаться с жителями? Какие-то вопросы, может быть, он имеет право отказаться, но если его, не знаю, попросят, ну, не крышу починить текущую, конечно, но что-то может быть такое, какие-то жалобы, которые, ну, действительно не связаны с его службой. Если, конечно, к участковому поступают от граждан какие-то жалобы, не связанные с его службой, то участковый уполномоченный должен разъяснить гражданину, куда ему стоит обратиться. В какую там службу ему необходимо подойти, кому просто прийти с этой жалобой и просьбой. Как правило, они это и делают. Жалоб в этом плане на участковых не поступало. Ну вот еще, насколько я знаю, да, именно со службой, с работой участковых связано открытие в нашем районе опорных пунктов полиции. Не так, летом был открыт в микрорайоне Бахчеванжи, насколько я знаю. Да. Всего их у нас чуть больше десятка. Сейчас планируется открыть еще несколько. Вообще, насколько важна вот эта вот точка, так скажем, в работе полиции? Опорный пункт, это очень важно, на мой взгляд. Я считаю, чем их будет больше, тем гражданам
будет, наверное, и поспокойнее, когда рядом всегда есть сотрудник полиции, граждане будут себя чувствовать гораздо спокойнее. Им будет куда прийти, чтобы не ехать через весь город там, в отдел полиции или в управление внутренних дел, а прийти к участковому на опорный пункт, побеседовать с ним о каких-то проблемах, задать какие-то вопросы и получить какую-то помощь, поддержку. Я считаю, что чем больше в нашем районе будет опорных пунктов, по возможности, тем это будет в первую очередь безопаснее и спокойнее граждан. Ну, а работают они круглосуточно или только там какие-то часы приема есть? Нет, я помню, раньше называлась она, такая, может быть, не очень благозвучная аббревиатура, ОПОП, опорный пункт охраны порядка. А теперь, значит, это просто опорный пункт полиции. Там есть определенные часы приема. Это вторник, четверг, суббота. По вторникам с 18 до 20.00 и четвергам в субботу с 10 до часу. Ну, подробную эту информацию можно также на сайте нашего управления в интернете посмотреть. Там есть конкретный опорный пункт, график приема и кто участковый. Все там можно посмотреть и увидеть. Ну, если сейчас уже говорить даже не о работе конкретно службы участковых уполномоченных, а вообще о работе полиции, с какими жалобами чаще всего обращаются к вам граждане? Ну, конкретно, если брать мою службу, которую я курирую, здесь, как правило, расследование уголовных дел. Где-то граждане, конечно, недовольны. К сожалению, не все мы преступления можем раскрыть. Приходят с жалобами, считают, что недостаточно мы приняли мер к раскрытию преступления. Всех выслушиваем, стараемся всем помочь. Бывает где-то, да, и наша недоработка. Ну, после визитов проводим заслушивание наших недоработок и устраняем их в кратчайшие сроки. Как правило, ко мне идут жалобами на только уголовные дела. В чем, на ваш взгляд, главное или, может быть, несколько главных трудностей в работе полиции в наше время, так скажем? Скорее всего, наверное, может быть, где-то техническая оснащенность не совсем, наверное, соответствует времени нашему. В принципе, на мой взгляд, больше проблем я не вижу. Насколько охотно идут молодые люди работать в полицию сейчас? Как решается вообще проблема с кадрами? Молодые люди у нас, мы проводим, значит, агитации среди молодых людей. Работать идут, скажем, прямо не совсем охотно. Зарплата не совсем, наверное, соответствует нынешнему времени и требованиям молодежи нынешней. Вот. Но, тем не менее, люди, которые идут все-таки не деньги зарабатывать, а по призыванию по своему к нам приходят, работают, не считаясь ни с личным временем, ни с какими-то семейными проблемами, приходят, знают, зачем они идут, в первую очередь, помогать людям. И у многих это получается. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем, потом продолжим как раз разговор о том, как пополнять кадры в полиции. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я проживаю в городе Щелково, на улице Сиреневая. Вот не могу найти своего участкового. Часто закрыты опорные пункты. Вот скажите, как мне найти своего участкового, связаться с участковым? Спасибо. Сиреневая улица. Ну, только номер дома не сказал. Ну, наверное, там один участок, да? Да, Миша. По Сиреневой улице вам обратиться надо в отдел полиции Щелково. Подойти туда, возможно, вас участковый может находиться где-то в командировке, в отпуске. Вам там помогут, подскажут. Если что, вам предоставят другого сотрудника, который на все ваши вопросы ответит и окажет вам помощь. Спасибо, Сергей Викторович. Ну, давайте вот продолжим. Вы сказали, что вроде как молодые люди идут не очень охотно. Но я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, какую работу проводят еще, так скажем, не с молодежью, но со школьниками ваше управление, и тогда уже, может быть, будут еще ответы на мои вопросы. Давайте посмотрим видеосюжет. Сила, выносливость и смекалка. Тропа препятствий не для слабых духом. Способы самовыражения, новые навыки и умения, а также чувство стремления к победе узнали участники военно-патриотической игры «Малая Зорница». Ее организовало межмуниципальное управление МВД России «Щелковская» совместно с Центром специального назначения сил оперативного реагирования ОМОН «Зубр», 13-й сборной бригады и молодежным центром «Крылья». Мероприятие посвятили Дню сотрудника внутренних дел и Дню народного единства.
На территорию потрясшего подворья в село Здехово приехали школьники со всего района. В сумме 10 команд. Их курс молодого бойца здесь сейчас. Полевой лагерь, дисциплина и чувство локтя. Полоса препятствий, стрельба, сбор и разбор автомата, оказание первой помощи, разжигание костра. Игра «Зорница» мало напоминает ту, в которую играли много лет назад, пока она представлена в упрощенном варианте. Но вместе с препятствиями 10-12-летние мальчики и девочки преодолевают себя и, конечно, учатся. Инструкторы помогают и подсказывают. Для многих это первый опыт. У нас не присутствует непосредственно боевой контакт. У нас некоторые этапы, они просто заменены более простыми, более легкими и удобными для детей. Те, которые они смогут преодолеть, потому что уровень подготовки детей разный. Вот, естественно, мы это все учитываем. Возможно, в следующий раз их будут ждать новые маршруты и новые испытания. Ведь в таком формате мероприятия организаторы представили впервые. Ну вот, как мне кажется, как раз те, кто принимал участие в этой пока еще малой «Зорнице», я думаю, охотно пойдут работать в полицию и, да. И, может быть, в другие силовые структуры. Еще какие-то подобные мероприятия вы проводите с детьми, ну и, может быть, более старшими? Да, проходили мероприятия у нас 13 октября в спортивном зале Серковской школы. У нас проходило мероприятие «Полиция на страже здоровья», она называлась. Это, значит, оно было обусловлено пропагандой среди несовершеннолетних спортивного здорового образа жизни и формирование положительного вообще отношения к сотрудникам полиции. То есть было это мероприятие у нас достаточно такое, оно серьезное. Ну а что сами ребята говорят по этому поводу? Нравятся им вот эти ребята, да, довольны. Они увидели сотрудников полиции не только строгими и суровыми, но, соответственно, и добрыми, веселыми, как бы. И общение напрямую с детьми у них немножко положительные, конечно, моменты оставили. Ну что ж, я хочу сказать, что мы с вами встречаемся сегодня, 8 ноября, буквально послезавтра. У вас большой праздник, день сотрудников органов внутренних дел, да, как он называется, был и День полиции вроде одно время назывался, и, а еще раньше, естественно, День советской милиции, поэтому хочу вот поздравить вас с наступающим праздником, и вас лично, и весь коллектив нашего Щелковского межмуниципального управления внутренних дел, ну и, соответственно, вот спросить вас, чтобы вы хотели пожелать своим коллегам, те, кто сейчас с вами работает, ну и, может быть, те, кто работает, служит по всей нашей необъятной стране, не только в нашем районе. Ну, хотелось бы пожелать здоровья крепкого, чтобы дома ждали профессионализма, роста карьерного. Ну, что еще сотруднику пожелать? Раскрытие больше преступлений и помогать гражданам. Ну да, все. И чтобы всем нам жилось спокойно в этой стране. Большое спасибо вам, Сергей Викторович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Еще раз с наступающим праздником. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковская Сергей Марин. Это была программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадык. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!